хорошо, снимай видео. Привет, друзья. Времени 7 утра, 11 августа. Еду на рыбалку, как всегда, по белому хищнику. Голавль, жерев, что Бог пошлет. Может, ничего. Хочется в перекат. Вот быстрый, каменистый, мощный, со струями. В этом году был много где. Закрыл практически все свои гештальты по местам. Но вот в одном месте я еще не был. А между прочим, место, как говорится, must have. Буду пробовать, буду смотреть, буду наблюдать. А если вы смотрите это нудное долгое вступление, значит, у меня что-то получилось. Так что не жалейте лайков, подписывайтесь, вам это бесплатно, мне приятно. Ну и будем на связи. Реку застал в невысоком уровне, хорошей прозрачности, всплесков ни одного. Пока ничто не предвещает мощную рыбалку. Много мелочи, много вижу. Насколько я помню, вот здесь я могу зайти туда вот к краю. Ух ты. GoPro, снимай видео. Ну что, голавлик выскочил. Размочено. Такой вот салабон. Ух ты. GoPro, снимай видео. Была поклевочка. Что-то не понравилось. GoPro, снимай видео. Поклевочка. О, GoPro, снимай видео. Ну все, разловил. Разловил этого цвета хамакуру. Ну это, конечно, не тот парниша, за которым мы едем. Но он такого же цвета, во всяком случае. Ну вот снова буду делать финт ушами. Буду менять футера. Поставлю-ка я, наверное, хамакурика. Сейчас посмотрим, что у меня там в коробке есть. А, может быть, вообще поставить мне вот такого зверя. Зибейтса. Но он такой сильно мелкий, я бы сказал, под эту ситуацию. Сейчас попробуем черного паучка. Черный паучок. GoPro, снимай видео. GoPro, снимай видео. GoPro, снимай видео. GoPro, снимай видео. Вот это зачетно было. 3 или 4 поклевки. А кто это? А, это нет, жерев. Это жерешок. Такой
где-то килл плюс, красивый жерешок. Вот такой. Так, сейчас. Вот такой вот красивый жерех. Ох ты, как он стартанул. Ух ты. Упро, снимай видео. Поклевочка была хорошая. GoPro, снимай видео. Вот такая вот поклевочка. Рыба не крупная, но это прикольно. Тихо. Тихо. Так. Вот такая вот рыбка. Вот в такой бурлилке она живет и вздравствует. Будем пробовать еще. GoPro, снимай видео. Тихо, тихо. Не надо так рваться. Ну, тут такая дикая бурлилка. Лучше б не ловил его, блин. О, GoPro, снимай видео. Вот галавль, похоже, что зачетный более-менее по сегодняшнему дню. Сидит. Ну это зачетный галавлик. Грамм 600, наверное. Нет, нет. 600 нету. Но приятно. Тихо, тихо, тихо. Тут тоже можно показать вместе с собой. Такой грамм 500, 600. Рыба, блин, какая-то бешеная, летняя. Отвык я, наверное, от головля. Гнет крючки, вообще в руках не удержать. Поклевки дикие, короче, сегодня такая экстрим рыбалка. По пояс еще стою, приходится разбираться двумя руками со всеми, там, с рыбой, с крючками, с подсаками, там, с цангами, плоскогубцами. Ну, как-то так, а кому легко. GoPro, снимай видео. Это пакля была. Голова небольшой, но злой. Thank you.
GoPro снимаю видео. Что там интересно? Что-то как будто зачетное. Относительно. Все относительно. Так, тихо, малыш. Снимаю видео. Поклевочка. Спортивный галан. Вот так. Лучшее, что он мог сделать. Снимай видео. Ай-яй-яй, отвалилось. GoPro, снимай видео. Тут такой местяк, что может быть и жерех, и голавль, а может не быть ничего в стандарте. GoPro, снимай видео. Вот это пакля. И кто это? Голавль? Это голавль, ребята. И это двушка. Это двушка. Тихо, 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 тихо. Такой вот голавль. Я думаю, что это под 2 кг. Это красавец. Вот, ребят, такой кастомный воблер Zero Footer. Что случилось? Он сломал заводное кольцо и ушко у тройника нагрудного. То есть за него, видимо, была поклевка. Такой вот кислотный типа жук. Вот на эту приманку я поймал этого слоненка. Думал, опять жерех, но это двушник голавль, 53 сантиметра, очень толстых. Я такого ловил на Немане прошлой осенью. Не взвешивал, я не знаю, сколько он. Но знающие люди говорят, что это должно быть около 2. Этой рыбе больше 15 лет. Такая рыба однозначно должна жить. Ее сложно поймать. Но, как показывает практика, можно. Голавлевый сезон в этом году у меня. Жерех так это. В прилове вторым номером. GoPro, снимай видео. Разловил этого футера. Таким вот приписочником маленьким. Тихо. Thank you.
GoPro снимаю видео. А, отвалился. Отвалился. GoPro стоп видео. GoPro снимай видео. Что-то зачетное. Приходится задирать палку, потому что тут мелкий перекат может и зайти куда-нибудь. Слушайте, ну Zero Footer сегодня в ударе. Вообще, что там, жерех, что ли? Ого, голавль. Голавль King Plus. Голавлик. Зачетный. Ну, это хороший, это уверенный килл. С подсаком, да? Вот воблер. Будем инвестировать. Ну такой где-то. И такие приманки. GoPro снимаю видео. Голавлик небольшой, но спортивный. Еще голавлик ли? Ну похож вообще на голавля, конечно. Голавлик. Так, тихо. Успокойся. Вот, все, видишь? Я не такой страшный. Сегодня просто бенефис этого воблера. Jackal Zero Footer. Такой крупный, емкий, все как мы любим. Мелочь мы не любим. Мы любим бигбейты. И кто там? Голавлик. Зачетный. Да, зачетный. Вполне. Вот такой вот симпатяга. GoPro снимай видео. Не крупный. Но злой. Достаточно злой, чтобы... взять Zero Footer. Так вот. GoPro снимай видео. Вот это поклевки. Конечно, голавлик не крупный, но ловить его одно удовольствие. Вот это поклевка. Жалко, не заснял. Прямо он выскочил. Ух ты, блин. Дикий, wild chap.